честно, я боюсь подниматься по своему подъезду, потому что у меня в подъезде крысы. Своему коту, у которого сопли. Ёшечка, бедный, у него сопли. Во второй кот мой, Бади. Посмотри в кадр. А другой кот от меня трется. Черные штаны, и кот от меня трется. А этот облизывает. Короче, меня все любят. В общем, куда я еду? Я еду во флейпарк, в Ашан, на батуты к маминой подруге, дочке. Вот. Завтра я постараюсь снять видос, влог, потому что мы едем в Днепр. В Днепр мне в больницу проверять меня, то есть все как обычно. У меня есть улитка, которую нужно побрызгать. Вот оно. Так. Я сейчас тут наснимаю, и это будет, блин, 30 минут влога. Мне надо снимать все кратко и понятно. В общем, я опаздываю. У меня осталось 4 минуты, чтобы побежать на остановку. Уже отхожу на остановку. Вот. Нам принесли пиццу. Нам принесли картошку фри, бургеры, кетчуп и мне компот. В общем, я не могу снимать на батутах, потому что там запрещается с телефонами. И я хотела как-то незаметно пробраться с телефоном, но мне заметили, сказали, что нельзя с телефонами. Я была на, по-моему, 3D такой штуке. Кстати, я рисовала, там есть песочек такой, я рисовала на песочке. У меня что-то не получилось. И вроде бы все, я большую часть на батутах была, но на батутах нельзя снимать. Снимать? Да, я буду снимать. Не, я буду. Я правда не знаю, что рисовать. Тогда давай вот. Как это выглядит снизу, ну-ка? Так. В общем, у меня появилась хирюшка, а у нее какое-то лицо, я никогда не могу понять, что это. Где лицо? Вот у меня хирюшка. Нам дали такую штуку. Вот наш мой дождик. Двигайся. 100% я не пойду на батуты, потому что я там же просто на ровном месте вырву. Мне не получится прыгать, скакать. Я хотела вам что-то поснимать на батутах, но у меня получился только один кадр. И как бы, ну, вы сами понимаете, то, что одного кадра мало, но получится коротенький влог. Так что я приеду домой и с вами попрощаюсь. Вот что-то еще новенькое получится. Кстати, там были каникалоны, я хотела взять каникалоны. Но их не было в наличии, чтобы мне их именно заплести. Вот. Короче, всем пока. Я уже приехала домой. Играю в Sims, не показываю себе, потому что я очень ужасно выгляжу. В общем, встречаемся мы завтра. Обязательно смотрите это видео. Вот. И всем пока.